Что такое треугольник Паскаля? Это числовой треугольник, который начинается с единицы, и дальше идут числа по очень простому правилу. Каждое число – это сумма тех, которые стоят над ним слева и справа. Я, разумеется, сейчас напишу несколько строчек. Вот я уже подошел к четвертой строке. Сейчас будет вам пятая строчка, шестая. Все очень легко. Каждое число – это сумма расположенных на белых.